Слушай, ну я просто нижние дырки всегда пропускаю. Нижняя дырка, там же самое приятное, это что? Да. Извращуги! Ага. А, нормально. Ребята, всем здорово, привет! С вами Тёк, Стас. Здесь еще с нами Глюк и Альбина. Мы играем. Всем да. Привет. Играем в Tricky Towers. Самый... Всем утюг, с вами Глюк, да. Люди любят это приветствие. Я решил от него не отказываться. Так, ну-ка сейчас я тут начну химичить сразу. Какой там кнопкой прикрепиться-то? Вообще что-то будет. Прихимичиться. Отлично сработало. Ну все, ребят, я выиграл эту катку уже. Уже? Витька должен затащить. Ну почти. По крайней мере у себя в голове я ее уже выиграл. Блин, а я джойстик не подрубил, я прям не помню, как управлять-то. А, ко мне человек пришел. Молодец, я поставил. Маленький. И хочешь, чтобы я что-то ему открыл. Это очень удобно было, будет сейчас открывать. Ладно, я попробую одной рукой открывать, другой фигурки ставить. Давай снимаем уже, все. Ты сможешь. Я смог. Молодец, красава. Фух, так, что делать-то? А, вот так вот поставлю. Сынуля твой за нас играет. А как, да не как на клавиатуре использовать эту лиану? К или J, я не помню. О, отлично. Не, все нормально. Так, смотри, какой у меня воспитанный сын. Вышел и закрыл за собой дверь. Я привык, короче, играть с джойстика, а на клавиатуре вообще кошмарно. Да слушай, на клаве лучше всего играть в эту игру. Я помню, не, тогда с джойстиком случайно заскочил и чуть-чуть не проиграл. Хотя нет, я проиграл. Вы все неудачники. Так, и... Ой, боюсь. Ой, сейчас у меня все посыпется. Ай-яй-яй-яй. Дай бог, дай бог, давай. Ху, стоит, стоит. Ну все, это я уже никуда не дену куб. Сыпься, все, все, хана. Ну че, кто выиграл? Ну-ка, ну-ка. Да вы все проиграли, я выиграл. А это кто? А, нифига себе Стас наложил, смотри. Я 11, наложил. 13, 15. Стас выиграл, нифига себе. Щекотули, щекотули. Меня просто отвлекали так нечестно. Я гречку открывал. Да ладно, ладно, никто тебе не поверит. Гречку он открывал. Ел ты ее, я еще поверил. Эх, говорит, копный Виктор. Нормальное выживание. Вот здесь я точно выиграю. Это опасно. Это обычный режим? А теперь пришла жена и расскажет, зачем ты открыл гречку. Ребята, я попал. Ну вот, я-то хотел как лучше. Блин, вот это куб вообще подставный сейчас идет. Сынуля хитрый он поставил, я тебе попал. Давай покупай мне игрушки, я там маме расскажу, что ты гречку открыл. Ну куда ты полетела? Она хотела на свободу. Отпусти и забудь свой блок. Давай. О, кто-то тумана напустил. Шептуна подкинул. Не говори, загазованный шептун. Нифига не вижу, куда я ставлю, но вроде ставится пока. Ой, я сейчас чувствую, я как влечу, ой, влечу. Вы посмотрите, как у меня все это дело стоит, а? Вот только... О. В смысле? А где мой бонус? Кто мне бонус запрофонил, вы чего? Буквально через миллисекунду, видимо, кто-то из вас какую-то гадость мне сделал. Да, минус бонус. Слушай, у меня так шатается все опасно. Вот вам бонус. Ловите. О, хорошо. О, шикарно. Шикарный бонус. Прям, спасибо. Прям спасибо. Прям спасибо. О, нет, не спасибо. Я передумал. Там, нет, отдай, отдай, моя фигура. Отдай. Нет, стоять. Нет, что происходит? О, боже мой, только не это, она меня убьет же. Нет. Нет. Стоять, как она стоит-то, боже мой. Да, блин, у меня все сдохло. Витя, ты че? Че я делаю? Как оно стоит у тебя? Я не знаю! Ты что, ты ментом мазал? Я же походу вазелином мазал, а ты цементом. Стоять! Вот вам пакость. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Стоять! Нет! Ха-ха, я сейчас еще выиграю! Нет! Стоять! Стоять! Нет, пошла! Нет, 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 нет! Нет! Давай! Неудачный! Блин, все посыпалось! Ну я долго держался!
Она красиво упала. Учитывая, что у меня там в самом начале все на двух кубах стояло, которые на торчках на каких-то. Блин, ребята. Блин, Стас, с пузырем в животе и то выигрывает. Это специальный пузырь. Тетрисный. Тетрисный пузырь. Так, на клавиатуре UI швырять. Это я для глюка сразу, чтобы... Ага, хорошо. Опа! Хорошо, ваша. Какие хорошие фигуры. Не говори, прям... Прям идеально. У них прям такие формы. О. Фигурные. Так, и куда это теперь? Ну, давай вот сюда воткну. Блин, а это вообще никуда не идет что-то. Так, давай только не будем падать. Что, уже падает? Надеюсь, нет. Блин. А, ну ладно, на кубик есть место. Минус блок. Печаль. Я уже первый уронил уже. Это грустно. Да. У тебя упал. Как говорится. Когда падает. Интересно, эта палка выдержит? Терпи. Ой-ой-ой, пока кажется, это была последняя здесь. Кто-то там что-то выкинул опять. У кого-то что-то поплыло. Ай! Вернись, я все прощу! Не прощу я ему это никогда. Так, у меня, видимо, конец. Ой, блин, у меня тоже конец. А у меня блоки, хотя... должен быть конец. Хотя... Ой, это плохая мысль. Не-не-не-не, это плохая мысль, да. Ты, блин, зачем я это сделал? Надо было ставить просто, но это жадность. Я сначала одно хотел, потом другое, и... У меня 3 фигуры сгорело, я победителем был бы. Черт, у меня было 14. Посмотри, а, Вот что значит, пожадничал. Стас, ты смотри, одних золотых поназарабатывал, а? Золотой пацан просто. Акула золотая. О, золотыми зубами. Выживание особое. Ну это сейчас будет дичь полная. А ритм только не матом. Особое, да, особое, да. Тут надо вообще стараться. Потише. Не, здесь не надо стараться. Ну как бы не умереть бы. Как этот? Я как-то странно поставил. О, нет. О, нет. О, рояль. Оу. Все любят рояль, все любят музыку. О, боже мой, это дом. Это мельница, а не дом. Ну да. Старая мельница крутится, вертится. Я помню эту песню еще, я ее, будучи мелким, пел. О, нет. Ускор? Дом, который построил Жек. Туман. О, отстой. Ну, в смысле, халява. Блин, только нифига не видно, конечно. Нифига халява. Хоп, я что-то там прирос куда-то. Вот это западло, я ничего не видел. Что, мимо поставил? Вообще мимо. Shit happens. Кто-то гавкает опять у нас, Стас. А, Альбинка. Альбинка гавкает. Смотри, Альбинка, ты тренировалась. Смотри, как строит, да, на изкосок. Ой, а что у меня все сдвинулось-то, я не понял. Что за фигня? Что за блоки? Кто блоки наколдовал? Что, все, Стасян отъехал уже? Что так быстро-то? Я тут даже еще не успел сдаться, а вот Стас уже отъехал. Я сегодня просто мастер установки блока. Давай, о, нет, стоять. Даже за кинуть не успел. А, тут нет за блоки. Давай, увеличься. Слушай, Витек так же строит, да? Прям как я. Чуть-чуть не хватило. Да стой. Я выжил. Как я выбыл? Почему я выжил? У меня внизу это все посыпалось, и это... Блин, это нечестно. Вау, тентаклей. Ну ладно, хоть кто-то должен, глюк-то должен был выиграть хоть разок. Да. А Стас первый ушел, смотри, вы ничего не дали. Да. Тебе кряк дали. Я так криво из-за тумана, так криво поставил, что просто пипец. Я так же ставил. Головоломка легкая. А чем легкая отличается от средней, напомните? А там типа платформа. А, прицеплялка, а здесь вообще просто убивалка. Да, типа да. Блин, так это разве легко? Да, это да. А, я бы сказал нет. Будет падать. Да, выручи. Че, куда палку-то эту засунуть, боже мой? Засовывай туда. Так, там еще куб идет, да. Боже. Это самая уникальная вещь, смотрите, как я палку поставил. Как ее можно было еще поставить? Ну да ладно, устояла там. Офигеть, она этого Алина, по-моему, поставила просто божественно.
Я что-то медитирую. Что-то как-то... О, потная катка. Потная катка? Потная. О! Что-то чувствую, сейчас я домедитирую. Годно. Стоять. Все, я намедитировался. Блин, я думал, что я смогу. Так, стабильность. Главная стабильность. О! О, хорош, смотри, как я ставлю. Альбинка, все попадало, не ставь. О, сколько бы я ни играл в Тики Таурус, никак не научусь. Я даже эту штуку даже не, как, ставь, не использую. Да понятно, что я выиграл. Я даже эту штуку не потратил. О, повелитель режимов. Я повелитель режимов медали какое-то достижение. Ну, наконец-то моя первая победа в этом заходе, а? Вместо беги подстав... Так, это реплика из чата была. Мне нравится звук. Ну погнали, выживание легкое. Слишком легко. Это будет слишком легко. А, выживание. Все, понял, это легкое выживание. Главное, здесь надо на скорость. Главное, и все, остальное все будет хорошо. Главное, не умереть. Выживание. А не, умирать можно еще. Я не против. Можно скидывать. Если вы умирали. Ну да, 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 да. Я тоже за такое. Так что, пожалуйста, выбирайте. За любую движуху, лишь бы умирали вы, да? Ой, блин, у меня уж гитара не тело. Ну как так? Это же легкое выживание. А я жизнь себе вернул, я говорит. Нет. Не, это... Так говорит, говорят остальные. А как осьминог это говорит? Он... Селедка вот это. А осьминог никак не говорит, он просто своими щупальцами хлюпает. Щупальцами хмурится. Хмурится щупальцами, да. Он могет. Интеллектуальные разговоры я не слышал. Потому что Глюк зашел на стрим. Все, я выиграл. Да ладно! А вы думали? Меньше думать, больше пить. Вот ты! Курица грибная сделанная. У нас будет ровно. Или даже я победил. Да я выиграл уже. Как бог поставил. А, ничья. Ничья будет. А так может быть? Или сейчас дополнительный раунд? Сейчас еще решать. Не, вряд ли. Или сейчас вдвоем играть? Не-не, я тоже, но я типа ничего не решаю. Да, доп раунд. Смотри, особая гонка. О, Стас любит такую. Все, погнали. Понеслась. Тут главное это, контрфорсом ставить против ветра. Двое против ветра, слышали такую группу? Прописить против да, ветра? Да, да, против костра, да. Ну, да, как бы, да. Смотри, здесь как можно уголок поставить, он все равно будет стоять, смотри, видишь? На одном носу. И поставил в уголок, чтоб никто не уволок. А, как так-то, что за... О, ветер мне подвинул фигуру. Спасибо тебе, ветер. Это было гениально. Ты же не будет плохого, да, для других? Сейчас как выиграю, блин, офигеть. Плохого для других нет, здесь оно само как-то плохое все становится. То есть все само по себе становится все плохо. Само по себе все ужасно, так что. Так, ну у меня хорошая штука выпала, поэтому я выиграю. Надеюсь, что нет. Ну-ка, ветер, помоги. Слушай, класс, ветер помогает. Реально ветер помогает, ребят. Это тебе помогает, а мне он мешает. А, здесь можно плохое давать, ребят, нате. Ветер, одумайся, что ты творишь. Ветер, ветер, ты могущ, ты гоняешь стаи туч. Помогаешь ты. Ой, тихо, тихо, стоять, кто у меня упереть хотел фигуру? Ух, воры, да? Ух, в симулятор вора я играл, кстати, да. Вот это ты даешь, фигура, фигура. Фигура дура, ты же мне все заруинила. О, блин, что за куб? Даже куб стоит, это как так-то? Типа туда кто-то сказал. Типа туда, я тоже это услышал. Все, я выиграл. Нет. Ну ладно, ладно. Я просто... Победа! Ну что, Стас, я натренировался? Да, ты натренировался. Смотри, как я поставил дом. Почти горизонтально. Надел. Если считай, у тебя твой ранг вырос до чародея. Так, неужели я победил?
Да ладно! Чё, правда что? Полетать молнии попускать. Магия! Ура! Я реабилитировался! Продолжаем? Еще раз такой же? Или ну, это же рандом был. Такой же. Такой же, рандом. Полный рандом. Мне кажется, особо что-то слишком особый. Вот тебе на. Ну ладно. Ой, здесь какая подляна, смотри. И как это сделать правильно? Паду. Обидно. Эй! Ой, все. Обиделся я на блок. На блок. Интересно, а вот сюда если куб засунуть, что будет? Ну, стал, прикинь. Там, можно... там вообще можно на это же нагружать сколько угодно. Ну, сколько угодно нельзя, да ладно. Не, ну вот на фиолетовый нужен типа вообще любой вес. Она никоим образом не... Палка-то? Будет. Не, она через некоторое время потом выходит из гнезда, мы проверяли. Да ладно. Да-да. Ни разу не видел такого. Видимо, ты более опытен, чем я. Нет! Видимо, не очень-то. Слишком опытен. Слишком много опыта. Просто, да, поэтому у тебя так получилось. Так, и что теперь? Я там ничего не поставлю, вот это косяк. Что мне делать? Мое гнездо слишком перегружено. Гнездо? Ты же рыба. Они же в норах живут, действительно. Ты же рыба, они же в норах живут. Блин, и куда эту палку деть? Я боюсь, там она не устоит. А здесь тоже. Не-не, вот тут как раз нормально станет. Думаешь? Конечно. Нет! Ну ладно, хотя бы она не выросла. Вопрос, устоит или нет? Нет. Зачем? Зачем? А, ну да. О, нифига себе. Ну, это был мега глюк. Не зря у тебя так тебя зовут. Нифига себе там поставил, ты смотри. Не, всё, я не буду жадничать. Да нет, тут уже все никуда. А что стало? Как так? Как ты так круто построил, а? Как она у тебя держится, я вообще не пойму. 20, вау. Хорош. Вот это мощно, это было круто, да. Есть. Отняли. Ну ладно, сейчас я реабилитируюсь. Нормального вообще ничего быть не может в этой игре. Ну еще бы, наркомания такая. Уи! Там птицы в этих пещерах живут, или как это, в норах. В гнездах. Рыба в гнездах, акулы живут. Рыба в гнездах, да. Ух, вот это было рисково сейчас. Не так уж и рисково. Ой, донат! Ух ты! Донатьте мне полностью. Достопочтимый Иван Раскакин выразил... Я же жмакнул! ...со словами «Привет», когда стрим начался. Передай привет Стасу. Подстава. Стас, тебе привет от Ивана какого-то. Кто такой, не знаю. Но передает тебе привет. Погоди, кому? Стасу. Тебя-то здесь у меня не знают, чё ты? Не, знают. Я выхожу в чат, постоянно там пишут. О, глюк, хорошо. О боже, ну как я воткнул. Я вам подарок. Только небольшой. Вроде как YouTube даже, ну как бы, показывает, что типа у нас с тобой много общей аудитории. Да? Ну да. Здорово. А где это смотреть? Ну типа вот это, знаешь, типа рекомендованные каналы. Мне говорил менеджер YouTube, что это типа на основе общих аудиторий и общих интересов. Понял. Вот тебе месть, Стас. А что это, Альбина уже выехала, что ли, за нами? Да, уже выехала. А, стой! Плохо тренировалась. Альбина, нужно было лучше тренироваться. Куда? Получайте. Нормально, я ее уже почти поставил, она я такая. Я злой осьминог, злой, кто дед. Так, у кого там сколько баллов-то? Может быть, уже пора ускориться? А то я такой расслабленный. Да ускорюсь, конечно. Как оно у меня стоит там? Боже, не выскользай! На, ускоримся! Вы просили ускориться.
Ну давай, да, еще, давай. А почему? А давайте еще быстрее, а можно еще, а? Черт! Мне не хватает. Черт, я две жизни просрал, я был не готов. Все, я нет! Пока! Стас, привет! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Нет! Давай, селедка! Нет! Кто первый? Нет! Нет! Да ладно! Блин! Ну я просто там криво поставил! Черт! Молчали вам, пусть-пусь. А Стас ёлку строил, да? Ёлка новогодняя, круто. Ништяк. А у меня голографический. О, нормальный. Нормальная. Так. Слушай, что-то зачастил у нас этот режим, вы заметили, да? Вообще, совсем ненормально, по-моему, как для нормального режима. Я вообще его люблю, он прям прикольный. Он прям хорошо заходит. Где палка? Блин. А чё, а куда ставить-то? Блин, я не знаю, куда блок его поставить. Ладно, влепим сюда. Я сомневался, сомневался. Ух, стабильно. Ух, хорош. Ты тоже как... Да, я как этот. Такой... Не, у тебя еще лучше, у тебя прям вообще топ. Я старался. А, куда? А, черт. Кто вазелином блоки мазал? Кто-то из вас точно, да? Вазелиновый мазун. Вазелиновый мазун. Мазун. Мазок. Не ожидал я такого от вас, друзья. Ну куда? Черт, это фейл. Это фейл. Вы посмотрите, это такой фейл. Стой, стой. Вот это фейл! У тебя так себе пиздец! Красавцы! Все пробили просто! Альбина, поздравляю! Это заслуженная победа у тебя! Ой, жадный! Ты не такая деградирующая, как мы! Блин! Это вообще сейчас фиаско такое было, тройное. Ой, блин. Так, это особое выживание или обычное, я забыл. Я тоже проглядел. Кто-нибудь видел? Что? Что видел? Это особое выживание или обычное? Кто-то видел и молчит, по-любому. Да, Альбина наверняка знает. Смотри, хихикает там в кулак. О, это особое. Так, ну ладно, она натуманила просто. Блин, ни хрена не видно. Слишком натуманило. И зачем я это все связал? Хороший вопрос. Ой, нет, только небольшую. Бам! Ой-ой-ой! Кончай! О, да. Хорошо. Крепись! А у меня есть собственный остров, прикинь, купил. Блин, Анджелина Джоли, надеюсь. Там только кладбище, правда, на этом острове и все. Так, это что? О! Это так себе остров. Ну это идеально просто. Это слишком идеально. Вы посмотрите, как я ровно строю, это просто великолепно. У меня аж глаз радуется. А второй глаз? Радуется? Плачет. У меня все глаза радуются. Воу-воу-воу-воу-воу, быстро! Чё так быстро-то, боже? Там помирали все, нет? Хорошо идет прям. Молодец, конечно! Взять сердце и сужу его просрать! Вот это да, мастерски, мастерски! Что теперь? Ну ладно, ну... Тихо-тихо-тихо-тихо, грызуны! Паразиты, сперли, украли! У меня... Посмотри, как он... Посмотри, как глюк накидывает, у меня просто куча дала! Нет! Не надо! Я сдаюсь! Сбрасывает, у него просто куча просто. На! На. Ну, у меня тоже, смотри, падала деталька. Вот-вот бы ты тоже продал. Я вчера опять инаков кинул и поздравил. Это было слишком круто. Это было обидно.
Фух, мощно. Ущемляют права. Ой, опять голова. Опять? Лёгкая. А где там гонка? Кстати, да, гонки давно не было. И чё, и как? И куда? Как хочешь. Ну, в принципе, можно и так, да. Ой, а это куда? Наверное, вот сюда. Блин, а вот связующих-то не хватает. Хотя тут бы не помогло бы. Ну да. Тут даже упереться не во что. Чувствую, сейчас Стасян, наверное, да? Блин, ну почему? Можно сделать упор самому, конечно. Упор лёжа. Упор лёжа можно. Ух, как. Поздно, поздно. Упор лёжа. Упор лёжа. Стой! Ребят, я залоханил. А я думаю, что нет, ты посмотри, что у меня творится. Да, у тебя все хорошо, у тебя стабильно. Ведь у меня было, ну какого фига, у меня же была молния, можно было ударить ей. Кстати, да. А можно было убрать эту гребаную фигуру, зачем? Обидно. Альбинка, смотри, как она эстетически красиво раскладывает свои кубики. Моя. Ну хоть кубики раскладывает, а то знаешь некоторые. А нет, 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 блин, тварь! Я все на последний. Стас меня даже обошел. У кого носимочку? Жадность. Да. Обожаю в этом режиме жадность. Она вообще топ. Альбина либо побеждает на золото, либо нет. Опять выживание, она Стас. Такая, типа, я не хочу второе место. Я у нас реально гонки нету до сих пор. Вообще. Так, что думаете? Стройте уже. Кто быстрее построит, тот молодец. Я просто молодец. Без... Даже строить не надо. Зазвездился. Акула-то у нас, ты смотри, какая. О, ну, Витька на скорость тащит. Я пытаюсь. Мне вообще тяжело играть просто из-за того, что я не на джойстике. Да, ну, я в прошлый раз кричал, что я на джойстике играю, не могу выиграть из-за этого. Да, все так отмазывают. Могу. Ну правда. Блин, дайте мне западло кинуть кому-нибудь, я не хочу, чтобы Витька побеждает в этих скоростных ваших режимах. Сейчас найдется кто-нибудь на стриме, кто Квантум смотрел, как мы с ним играли, и поймет, что я там тоже плохо играю. Всем вскроется вся правда. Опа. Ой, надо ускориться, там меня догоняют. Что-то я раздумываю тут. Давай, Витек, иди к победе. Да что ж ты крутишь-то, как я не знаю кто. О, смотри, какая у меня последняя фигура клевая. В смысле? А кто первый? Стас выиграл! Засранец! Блин, я тут понтуюсь, а он выиграл! Шпеньк! У вас такой счет пошел, короче, я отвлекся на вас, у меня всего одна деталь уже осталась. Я думаю, что у них уже считает. Блин, я не могу... А почему тебе дали золотую? Да потому что я победил, а тебе дали золото. Да потому что я лучше. Нет, ты видел это реально? Это дискриминация, акул, чё ты? Вы это реально видели? Офигеть, я победил, ему дают золото, мне дают серебро. Да ладно, Русал, успокойся. Тут человек пришел и говорит, Витя, я глюки давно смотрю. Стасу привет передай. Человек глюки давно смотрит. Чё, последняя катка, наверное, выпуск. Да вообще не говори. О, Стас, смотри, гонки твои любимые. Да идите вы в печи. Слушай, а тогда помнишь, играли, тоже засчитали тебе выигрыш, хотя я выиграл. Да мне пофигу, это было раньше, я победил. Я тут должен был выиграть, офигеть, мне просто взяли кинули, ну вот нафиг. Это, Стас, твой любимый этот, кидок через писюнок. Вообще кидок через писюнок конкретно. Стас, скажи, а каково быть русалкой? Не знаю. Он русал. Ну, знаешь, вроде как раз русалка. Такая очень странная, но русалка. О, русал, подарок, ребят. Я просто съел рыбу и оделся... Точнее, убил рыбу и оделся... Убил ее шкуру. Сдирал шкуру с диких рыб. Одевался в диких рыб. А что происходит? Кто угнал у меня фигуру? Так, кто?
кто круче, кто первый. Да что это за квадрат? Знаешь, надо вас разговорами отвлекать, чтобы вы строили. Да это точно. Там дурацкие вопросы там. Ой, это вам, ребят. Я хочу написать саппорт этой игре, потому что меня кинули реально. Буду бомбить до последнего. Попробуй. Черт, о боже, а что такая большая-то? А больше-то не становится, да? А я вам такого трижды. Блин, она еще и скользкая. Черт, я ледяную. Нафиг, нафиг. Что ж такое-то? Кто это сделал? Блин, оно, у меня все ускользило. Блин. Как это скинуть-то? Нормально вроде стоит. Но я чувствую, сейчас оно разъедется в самый неподходящий момент. О, да! О, да, оно поехало! Черт, ну как так ставить-то можно, Витя? Это как мы этого все ожидали. Да жесть. Ну куда ты падаешь? Ну какого фига? Ну ты что творишь-то? О, рояль, спасибо. Рояль! Завязанный рояль. Хорошо, отлично. Ой, что происходит? Правильно, правильно. Общайся на своем языке. Что за фигня? Это заговорочный язык какой-то. Не, по-моему, это язык вот как раз моего осьминога был. Это язык мурлоков из Вова. Ты точно знаешь его язык, да. Попытается его отвлечь. Да жесть, я тут никогда не вкончу. Попытайся. О! Мне нравится, как рояль падает с таким звуком. Кто у нас? Вот тут смотри, кто этот первый, второй, третий? Ну первый-то понятно кто, а кто второй, третий, четвертый, это самое важное. Я третий, а ты второй, конечно. Да, сейчас окажется, что ты проиграл. Тебя же игра дискриминирует. Вообще игра... Нет, смотри. Нормально получилось. Так, я пишем, сейчас... Виктор, почему ты делаешь прямой эфир только так? Размещайте, как хотите. Это просто игра по каналу. Какая дичь. Ну ладно, нормально. Все по плану. Так, ну тут можно показать свой скилл просто божественный. О, да! О, вот я сейчас делаю. О, этот скилл. О, этот скилл, нет! Я даже что-нибудь построю сейчас. Нет! Я все просрал. О, да. Все, я кончил. Смотри, что я творю, а? Какая жесть, а? Блин, ну, кстати, глюк сейчас-то затащит, смотри. Ну, конечно, ты можешь заканчивать, ты выиграл. Смотри, сейчас упадет все. Я хочу больше. Давай, сейчас упадет. Давай, еще разок, один. Упадет так, же. Ну, давай, вот так вот еще. Упадет вот, же. Давай. Падает. Нормально, ну, нормально. Ну, все, тут уже никак, конечно. Тут уже, да, все. Красавчик, молодец. Да уж. Просто у нас Витька по два, мы там с тобой вообще ни шиша не дадим. Не, у меня тоже нормально шло, но я это перевесил, не в ту сторону. А Стас, ты тоже я кинул? А я когда крутил Г-образную эту фигуру, я поздно начал думать о другой фигуре. Как поменять по-другому. О, особая гонка, нормально. Впихивай, и все, будет нормально. Время припихнуть. Да. Сейчас меня сдует тут все. О, не стоит, странно. Так и будет. Что-то кажется, физику немного поменяли, вам не кажется? Как-то раньше сдувало сильнее все. Физику на химию поменяли, и все. Сейчас меня точно должно сдуть. Стас, ну ты же не в школе учишься, не в восьмом классе, или когда там химия в восьмом появляется. Да, не в школе. А потом уже похоже. Так, тихо. Вот. Нормально. Загрепи. Я думал, вы оба школьники. Так нормальные пацаны, а вы похоже на это. Ну, мы думали в Майнкрафт играть как-то. Одно время, да. Ну, потом как-то. Приобщиться к культуре, как говорится. О, слушай, я уже финал вижу. Я вижу конец. Слушай, а это не выживание, это гонка, что ли? Смотри на мужчин! Ой, не. Заберите свой лед обратно. Кто вот это сделал? Да почему он? Не, все уезжает. У меня по башне. Давайте, да, действительно, почему бы не.
Блоки просто катаются мне как по трассе, блин. Скорость 110, блин. Это нормально. Блоком все можно. Одумайтесь, глупые нет, блоки. Нет, 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 куда ты? Да, тварь! Да, да, да. Пока-пока! Ты был близок. Еще и куб летающий угнали. Ну жесть, и что теперь разваливать делать? О, вот это хорошо, вот это хорошо. Так как его установить? Вот ты знаешь, а ветер там помогает. Еще как помогает. Я боюсь, что у меня фигура опять сейчас все полетит, там у меня на каких-то соплях стоит. На соплях, между прочим, крепко. Ой, блин, нет, только не это, опять лед. Лед. Меня не прет. Лед меня с тебя не прет. Меня прет, меня прет, потому что потому Новый что год. Три, два, один. Нет, 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 стоять! Хорош! Успел! Так, куда тут? Да роняй вниз, черт! Нормально. Буду жить над пропастью. Будешь, да-да-да, заедешь как-нибудь. Над пропастью воржи, зато никто в гости не придет. Я все равно приду. Ну да, ты ж глюк. О, нет, опять она. Хорошая. Это хорошая. Да, здесь глючек много. И куда поставить? Ну, ну ладно. Блин, вот не могла раньше. Там же можно было посмотреть. А ты не смотришь, да? Я тоже так ошибался раньше. Я вот что-то, да, не посмотрел. Главное палку вогнать. Вогнал палку, молодец. Мужчина, вогнал палку, мужчина. Никаких... Что значит? Не знаю, мне геройся, но разговаривает постоянно. Никаких... У него свой язык. Рыбий. Он же русал. Русал фирмы такая есть, кстати. Да что так? Да как так? А что ты встал-то так раком? Ракомакафон. Так, ну все, пришло время. Так, сейчас что-то будет. У Стаса время пришло. Че, мама зовет кушать? Пора сдаваться вам. Подколол. Блин, что все накладано-то? Что-то падает. У Стаса там все падает. О боже, у меня сейчас тоже все упадет. Надеюсь. Не, ну туда нельзя. Пусть у меня не упадет. А может и можно. Пожалуйста, держись. О, держится, держится, держится. Держится, 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 держится. Придавим сверху. Отлично. Напряженная битва. Все какая-то просто... палка идет, господи боже мой, куда мне тебя воткнуть-то? Чуть не упала. Нет, у него палка улетела. Палочка-палочка, выручалочка. Ой, опасно. Ой, опасно, Витя рискует. Игру вы затеяли, Виктор. Ай, стоят, детка! Тут не рискует, тут не Виктор. Нет, ну какого фига, я же прям поставил тебе, тварь! Зато ты, Виктор. Нет, нет, стоять! О, это адовая башня, ребят. Вот это вообще пипец, вот это я лоханулся. Нет, 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 стоять, стоять! Вовремя кончить, это главное. Охо. Что-то... Блин, там вообще если непонятно что. Ё-моё, ой, как ты это делаешь? Я не хочу. А даже ты мог там вставить, кстати, это нормально были. Ну я тоже прилично-то натыкал. Я что-то уже пытался. Как ты это там сделал, а? Да! 25! Нихрена себе! Красавчик. Как у тебя там все вошло? Ну это явно этот кубок явно твой, ты заслужил. Да, уж мощно. Мы все трое в самую нижнюю дырку не воткнули ничего. А я, потому а что воткнул, надо да? было палку сразу смотреть, я... Слушай, не... ну я просто нижние ну, дырки всегда пропускаю. Нижняя дырка, там же самое приятное, это что? Да. Блин, извращенки! Вообще не говори.
Она нас не слышит. Ну, в смысле, может быть, и слышит, но сказать-то ничего не может, поэтому... Своим молчаливым согласием она нас поддерживает. Люблю так сказать, чтобы каждый думал в меру твоей испорченности. Вроде как ты не виноват. А вон она гавкает, кстати. Видимо, не нравится. Да, сделал вид, знаешь. А у нас шипелка-то быстрая. А я тут стою еще, думаю, что настроить. А ведь я там потихо уже кошмарит. О, так тебе и надо, у, жулик. Вить, а пусть у тебя башня упадет? Вообще, не хотелось бы, но вот эта вот подлена так встала. Хитра жопа. Давай. Ой, отлично. Хорошо. Хитрый. Ты молодец. Продолжаем в том же духе. Да как я ставлю-то через зад? Ништяк, ставь так. О! Ну! Ну, 3, 2, 1, да какого лешего-то? Давай, 2, 1! Нет! Но ты бы все равно выиграл. Ножьи расы. Капец. Все, будет нацизм восьминожий просто. Тебе достаточно было третьим прийти, ты бы все равно выиграл. Эх. А он сразу нацизм, только к власти пришел, сразу нацизм. Да. Я понял. В мире останутся одни осьминоги. Всех остальных порабощу. Не, я же человек, это мой осьминог останется. Давай, взрывай. Ну все, я думаю, да, три катки мы сделали, да, хватит. Мощновато получилось. Фух, сильно. У меня победу отобрали просто. Не да у тебя просто вырвали вместе с ластами твою победу. Победную ласт. Победную ласт, ну, блин. Ну, у вас. Глючный осьминог нацистов мне пишут. Ну что, ребят, если вы считаете, что я победил во второй игре... Ставьте лайк. Ставьте лайк. Это поддержит меня, потому что, видите, жулик, он заплатил, купил вот эти вот свои фигурки, короче, вот эти вот голографические. Ему сразу игра такая, ну он же платил, давайте ему... Он донатер, да, завезем ему победу. Да, логика. Да, ну в общем, лайки вы поняли, да, в какой... А если вы считаете, что Стас проиграл ту катку вторую, то все равно ставьте лайки, поддерживайте меня. Лайк. Типа, да. Вот, так что как ни крути, лайк придется поставить. Это прям как к Тетрису отсылка, знаешь, такая. Типа, как ни крути, но поставить все равно придется. Вот так вот. Додумывайте, ребят. Не, ну это было круто. Блин, втроем так круто играть вообще, когда все трое отвечаются. Альбина бы если с нами базарила, мы бы там тоже так... Не говори, нам женского голоса явно не хватает. Ну там было бы ора прям. Особенно после дырок, да. Да, я думаю, нам бы высказали, я чувствую. Ну это было бы хорошо. А то нас никто остановить не может. Она единственная, вот прям развратница.